4 числа, это будет послезавтра, значит, на аэродроме ДОСАВ в Бобровке будет проходить фестиваль военных видов спорта и радиолюбителей. Там будет представлен дивизион, там будет представлена аппаратура, флаги наши, соответственно. Вот. И на аэродроме в это время будет проходить демонстрация, значит, самолетов разных размеров, выставка военной техники прошлых и современных времен. Будет проходить показ там различных вооружений, экипировки и прочее. Ретро будет выставка. Вот. По линии ДОСАВ существует несколько федераций спортивных. Вот мы аккредитованы, зарегистрированы в ДОСАВ как федерация радиоспорта. Но там еще будет федерация, значит, планерного спорта, федерация авиамодельного, судомодельного, значит, там федерация парусного спорта и так далее. Они все там представляют свои экспозиции. В целом выглядит это так. Огромное летное поле, полоса, кругом, значит, расставлены, значит, выставки разных организаций. Буфет, там шашлык, маршлык, туда-сюда. И, значит, какая-то сцена, на которой выступают приглашенные артисты. Оттуда идет вещание с, значит, информацией о том, что где как происходит. Вот. Потом показательные полеты. Желающие могут покататься на самолетах, на вертолетах. Там выставить в очередь, там, и купить билеты и прокатиться. Вот. Ну, собственно, такая штука. Все это начинается в 10 часов и кончается часа в 2-3. Вот. Все приглашаются туда. Вот я приглашаю вас всех туда. Туда. Организатор у нас Лена Вьюга. Лена Вьюга, организатор. И Саша Доценко. Я организатор. Я только сейчас услышала. Александр Владимирович Доценко. Значит, они представители от дивизиона со всеми вытекающими полномочиями. Боже, это какая ответственность. От Союза Людей России там Толя Мезенцев, простите, РКС. Ну, там довольно серьезная, крупная команда. Значит, все рычаги административные по линии ДОСАВ и других организаций выданы, телефоны все есть, контакты все установлены. То есть, вот, собственно, такой процесс. Значит, вообще-то такой фестиваль проходит обычно в августе. Вот. Первый раз они решили провести в мае, видимо, в связи с наступающим Днем Победы. Вот. Но в августе там много народу собирают. Поэтому всех своих знакомых приглашайте, приезжайте. Отдыхайте. Погода будет прекрасная совершенно. Влад, я помню, он стоит, у него рот не закрывался. Приходит один, второй, третий. Он я там такой адреналин получал. Телефонный аппарат, это там какая-то станция коммуникационная, это радиостанция, вот это. Не успел он закончить, другой подходит. Он по новой то же самое, потом третий. И таким образом часов 5-6 он непрерывно вот рассказывает обо всем. Но интерес очень большой, потому что когда пришел председатель губернской думы, потом в свое время приходил наш этот самый губернатор, они с большим интересом смотрели эту выставку. Как вот. А председатель обкома ДОСАВ вообще считает, что мы у него первые друзья, потому что он сам полковник связи, он был начальником связи, значит, дивизии. И поэтому, когда он стал председателем обкома ДОСАВ, у него первый вопрос был: а где радиолюбители? Где коллективная станция? Где чего? Поэтому у нас сейчас два места. У нас на Чкалово 90. Там тоже и аппаратура есть, и все там, и компьютеры и прочее. И здесь у нас. Вот, здесь базируется дивизион, там базируется остальное радиослово. Радиосвязь я пришла благодаря своему мужу, это был 2005 год. На конференции радиолюбительской получила позывной 4-й категории. А позывной сейчас не помню, не буду врать, то ли РН-4 ХДХ, то ли РН-4 Хатриот, не помню. Вот. Какое-то время, собственно говоря, занималась радиосвязью любительской, выходила на КСО, даже связалась с каким-то иностранцем один раз, не помню, с каких-то островов. Ну вот, а потом как-то, ну, как-то уже времени не было, работа, и, собственно говоря, все это дело забросило. Ну и вот тут через столько лет. А радиостанции у вас были? Сибика, двоечка была старенькая, еще какие-то станции.
Ну и радиостанции, портативочки, вот всякие Баофенги и прочее. Понятно. То есть вы настроились на частоту дивизиона и... Да, и все, и я с вами. И все, попали. Сегодня в клуб первый раз приехали? Да, сегодня первый раз. Понятно. Нашли нормально, быстро? Ну, в принципе, да.